С погодой нам не повезло. И за сутки до нашего визита в Соликамске выпал снег, который скрыл недостатки и дефекты. Коммунальные службы не справляются с уборкой улиц, и на некоторых подъемах у перекрестков нам приходилось буксовать. На дорогах образовалась наледь. А подъездные пути к больницам в снежной каше и лужах, не говоря уже о внутриквартальных проездах, засыпанных снегом. Как мы можем предположить, на стадии ремонта люки не были подняты на должный уровень, а при приемке работ на эти дефекты просто не стали обращать внимание. Сейчас мы замерили провал люка на улице Колейная, 155. Он составляет более 14 сантиметров при максимальном допустимых 2. Когда делали ремонт улицы, видимо, этот люк не поднимали, так и оставили. Возникает такой вопрос, те органы и ответственные лица, которые принимали улицу, почему не обратили на это внимание? Тем более этот люк здесь не один, но здесь заметили таких несколько люков, по которым у нас возникли вопросы. Кроме гарантийных дорог, мы проехали по ряду улиц, которые нам посоветовали посмотреть местные жители и журналисты. Несмотря на снежный покров, видно, что на них есть ямы и разрушение покрытия. Например, по дороге на Мишарина, которая соединяет два микрорайона города, мы обнаружили большие ямы, куда поместилась наша колобашка. Приехали в уникальный город, где черные дороги и черные ямы, которые находятся практически на каждой улице. Можно остановиться на любом участке, на любом перекрестке и приложить туда нашу колобашку в эти ямы. Эти дороги нашей колобашке очень нравятся, а вот дороги нам совсем не симпатичны. Дороги в Кизеле находятся в плохом состоянии. Можно остановиться практически на любой улице, даже на центральных, чтобы увидеть ямы. Улицы не убираются. Машины буксуют по грязному снежному покрытию. Светофоры в городе не работают, тротуары заметены мокрым снегом, а пешеходам приходится идти по проезжей части, чтобы обойти лужи и ямы. Даже на основных улицах можно встретить ямы, просадки и разрушения покрытия. Например, на улице Ленина напротив стелы Кизела мы обнаружили разрушение ливневки, через которую каждый день проезжает поток машин. Вот такая вот ирония. Герб Кизела и ливневка, ну какое-то подобие ее, которое прикрыто какими-то решетками с арматурными стержнями, которые, если на них наступить, они начинают проваливаться. Там вода, ездят машины, это одна из центральных улиц.